Снова мы играем в Фила. В этот раз попробую записать со звуком. Жесть. Просто тяжело что-то комментировать. Ничего не думаешь. Эх, ногами первый раз такой. Раз так получилось, что через 4 минуты появятся новые кубики, поэтому, наверное, видео будет длинным. Остальные муксовские игры пролетают мимо. Это ж хорошая конструкция. Никогда не понимал, что надо сделать в этой игре. Ну, кликаем случайным образом. Это минус 6. Однозначно. Нам необходимо прорываться к радуге. О, машинки. Как же я ненавижу машинки. Черт, довольно редко получается нормально проехать трассу. 7 жизней. Опа. И утка ушла, живой опять. Космические ветра. Отлично. Это, конечно, любимый вариант. Ужасная птичка. Получай. А, нет, только не это. Неужели? Блин. Это было жестоко. Ого-го-го. О, нет. Что же делать? Одна минута осталось. Обновляем страничку и 4 кубика. А еще нет. О, блин.
Да, немножко перезагрузок странички. Снова 4 кубика. Куда же мы движемся? Птичка. Мы движемся к птичке. Странно. Да, в прошлый раз это было очень ярко. Прыгнуть просто в сторону, это было гениально. Да, это было несложно в этот раз. Умри, птичка. Все, мерзкое животное, переходим на следующий остров. И жесть. Ну ладно, чуть-чуть. Да, конечно. И снова. Надо просто собраться, и все получается очень несложно. Стоять! Я не верю. И как стрела, отлично. А как же я это не люблю. А, тупо. Непонятно, что делать. Блин, мама. Не финально. Чик, чик. А, блин, тут же прыжу больше. О май год. Еще раз. Блин. Гадкая насекомая. С, блин, семью жизни. А, и снова промах. И снова на выдача спиткала. Да, блин, что это? Что это вообще такое? Я ничего не понимаю. Кто это? Это животное или... А, две не двигаются. Это ужас. Я понял, птичку мы не пойдем. То есть они жучка, мы не пойдем. Да, блин. Я уже было засомневался. Возможно, стоит это делать не поздно ночью, а немножко пораньше, когда еще. Блин. Вот это я очень не люблю, потому что это пройти анрил, у меня кончились патроны. Я убился. Нет. Еще один кубик не буду тратить на жучка. Да, это тоже идиотская игра, потому что я не могу выиграть. Как-то плюнуть на эту искорку. Лучше уж карандаш. Fireball.
Ik was nicht все, хотя за кого-то отомстил. У нас одни войны. Все, спасибо. Это был летсплей 26-го 10-го.